Эмоциональное значение Тараса, самое главное и особо важное значение финансовое, друзья, потому что акция «Смотри старт и выигрывай» ох, дала первые результаты. Кто не знает об этой акции, все достаточно просто. В акции всего 4 тура. В каждом туре необходимо дать правильный ответ на один вопрос. В каждом туре определяется победитель, который получает приз в размере 500 евро. Друзья, заходите на сайт «Картина ТВ», читайте более подробную информацию, принимайте участие. Первый тур у нас уже завершился. И вот буквально с вчерашнего дня, 1 августа по 16 августа, будет длиться второй тур. Заходите на сайт картина.tv/старт. Вопрос этой недели звучит вот так вот. С начальником нам повезло. Настоящий самодур такую дичь несет иногда, правда, притащил настоящую птицу. Вам нужно угадать, какую именно. Варианты: А. Фазан, Б. Куропатка, С. Утка, Д. Гусь. Если вы угадываете и делаете это абсолютно правильно, то у вас есть возможность выиграть 500 евро. Так как акция длится 4 недели, соответственно, можно выиграть все 2000, потому что никто по правилам не запрещает предыдущему победителю участвовать снова в акции. А вот кто выиграл в первом этапе, прямо сейчас мы узнаем. Да, на связи у нас Виктор, именно он победитель первого этапа конкурса. Виктор, добрый вечер. Добрый вечер. Мы хотим слышать ваш бодрый голос. 500 евро ваши. Спасибо. Виктор, что вас порадовало больше? То, что вы оказались первым из многих-многих участвовавших? Или то, что деньги все-таки к вам приплыли? То, что я вообще выиграл. Так. Как к выигрышу отнеслись ваши родные? Что сказали? Уже начали делить деньги? Нет? Там кому что купить надо? Ну, если делить я и буду, то это только с моей женой, наверное. У жены уже есть претензии по этому поводу? Не знаю, я нахожусь сейчас не дома, она слушает нас. Но я не знаю, что она там придумает. Ну, давайте прямо сейчас в эфире радиокартина пообещаем жене что-нибудь купить. Конечно, и в ресторан обязательно сходим. Все, ресторан уже однозначно. Расскажите для тех, кто только собирается поучаствовать в конкурсе, и потенциальных телезрителей, и поклонников сериала «Грант», как вы принимали участие? Насколько это было интересно, сложно и просто? Это было сложно, потому что это было на дороге по автобану. Так. Поэтому я не успевал нажимать на кнопки и смотреть на дорогу, стоял в штау. А в принципе, интересно, если вопросов не знаешь, можешь посмотреть фильм или на крайний случай интернет. А откуда узнали об акции? По радио. По радио. Вау. Решение принять в акции — это ваше личное или кто-то все-таки посоветовал? Нет, это было личное, потому что я был один в машине. Стояли в штау, было скучно, решили подзаработать. Правильно. Вот так вот просто, друзья, иногда везет. Когда, знаете, очень много напрягаешься, что-то там ждешь, что-то как-то сложно. А когда вот так вот на расслабоне, извините за выражение, то и удача прямо вам в руки, Виктор, и пришла. Мы вас от души поздравляем. Наш координатор с вами свяжется, расскажет, как забрать ваши деньги. Ну и пожелайте следующим потенциальным победителям удачи. У вас легкая рука, судя по всему. Спасибо. Желаю всем удачи.